Всем привет, мы продолжаем проходить Resident Evil 4. Я купил наушники с микрофоном, поэтому не пишите в комментариях вопросы, почему у меня тут пропал звук от компьютера и тому подобное. Возможно, что да, звук не такой, как нужно, или не знаю, как вам еще сказать. Ну, продолжим все-таки проходить, думаю, вам лучше хотя бы стало меня слышно. Я проверял только что, все было изумительно, для вас я не знаю. Ну, давайте продолжим играть. Извините, что в прошлый раз я нажал не на ту кнопку, в следующий раз буду обращать на это внимание. Так что, ну. What are you selling? Извините. Is that all, stranger? Да, это, да, всё. What are you buying? Is that all? Так. Is that... Thank you. What are you buying? Продаём всё. Не продаём, what are you buying? Так вот. Снова почему-то каратель новый. Ну, теперь, если мы продадим этот, ну, старый наш каратель, мы можем купить его за 20 тысяч. Вот раньше он давал за бесплатно, а вот теперь можно купить его заново, если вам понадобится приклад. Не нужны мне никакие приклады. Come back any time. Мам, я записываю. Я записываю, я уже сказал. Это будет еще это. Минут 15-20. 30 даже. Нет, я хочу направо, нет, я хочу направо. Извините, конечно, что разговор был не в тему. Пошли дальше. Жак, что нельзя тут оставить Эшли, а потом пойти туда и сразиться. Просто я не знаю. Ладно, пошли дальше. Рекомендую вам приготовиться. Так. Перезаряжаемся. Все перезаряжаем, чтобы меньше места в инвентаре занимало. И, в общем, все тому подобное. Возьму-ка я ТМП. Вот. Камень. Надеюсь, что вам тут не слишком громко. Либо ты, я так слишком громко для себя наушники настроил, ну ладно. Wait. Блин, хотел ее спрятать там. Нет. Хотел ее спрятать. Провал. А если я вначале Эшли оставлю? Потом Эльгигант там отвлечется. Wait. Попробую-ка так. Возьму-ка лучше ТМП. А сколько он урона нанесет ему? Так, неплохо. 6 урона в секунду. Потому что у него скорострельность 10 пуль в секунду. Пускай он немного отвлечется, я вижу. Я вижу, что этот камень можно сбить. Нет, я спасу тебя, я спасу. Может, я его и так убью. Собирайся уже. Мы сюда не взберемся. То есть какой мы больше? Мы сюда не взберемся. Просто мы сюда не... без остановки. Так.
нажимать. Один! То бишь контрол. Где? Камень не вовремя. Не вовремя свалил. Беги за мной, Эш. Снова. Будет оставлять ее там не стоит. У меня еще одна идея возникла. Как насчет того, чтобы опрокинуть тот камень, потом за это время спрятать там Эшли? В том месте, где я раньше пытался ее спрятать. Зря я брал экономное оружие. Патронов для пистолета дохрена. Пока он будет ломать этот камень, я... Wait. Я вернулся. Привет. 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 Сейчас ты получишь. Блин, нету времени прицеливаться. Возьму-ка я. Возьму-ка я гранату. Во. Потому что он не так сильно меня ранит. Его, у него иммунитет. Я думаю, какой-то гигантский пул, по идее. Огня бояться. Получил. Впервые меня так схватил. Потому что тут тесно. Я не мог просто от этого никак вернуться. Точнее, как ты мог, но теперь он меня схватил так же, как прежде. А точнее, он до этого меня уже схватил. Что я такого? Туплю я немного. Да не надо уже! Да нет, блин, надо подлечиться. Один раз выстрелим и взбираемся. Так, все. Ты под контролем. Бежи! Причем все такие эпично прям выглядит. Ностальгически. Играл в эту игру. Где-то годиков 5 назад. Да. Ностальгии так и нет. Давай, давай. Когда я был еще в втором классе. Вот. И нам дали 15 тысяч песен. Плохая так награда. Тут у нас будет сокровище. Пошли за ним. Follow me. Иди за мной, Эшли. Пошли дальше. Намного лучше стало видео. Да, возможно, что я еще что-то не достроил. Ну ладно. Сейчас я вам покажу единственный ключ, который я могу до конца игры спрятать в кармане и никак от него не избавлюсь. Но от ключей тут никак не избавиться, вот. Либо я открою этим ключом ту дверь, либо же я до конца игры останусь с этим ключом. Я открою-ка всю эту дверь, только вернусь сразу обратно и все. Кажется, что этот гигант даже немного... Как его? Поумнее стал, посильнее. Здоровье побольше. У него. Где-то горшок должен быть. Помню, где-то здесь был висящий горшок и
Я с него выбил сокровище. Как туда забраться, я понятия не имею. Именно в этой игре за этого Ливона. За другого персонажа мы-то сможем туда забраться, не волнуйтесь. Потом пойду обратно и посмотрю. А может, я уже сокровище нашел? Нет, так. Все, я использовал это. Все. Дверь открыта, но я ей пользоваться пока что не буду. О, вот же сокровище. В этой штуке находится. Да, вот. Что-то золотое такое, красивое. Давай! Извините, да, я немного дышу так иногда в микрофон, надо было его чуть пониже сделать. Все так. Теперь, думаю, вам норма. Ну что ж, я не знаю, сколько идет видео, минуточек 10-20. Я не так хорошо время измеряю. Может, я точь-в-точь сейчас сказал 20 минут или 10. Ладно. Все-таки думаю, что стоит закончить. Да, неизвестно, как пойдет видео. Давайте купим что-то. Вот я с некоторыми вещами, которые у меня сейчас останутся, да? Винтовку я точно найду. Получше винтовку, однако эта винтовка будет наносить 30 урона, если я улучшу ее до конца. Мощность вот 30-0 будет. В 30 раз выше, чем у самого обычного пистолета, который мы получаем в начале игры. И не улучшенный ни разу вот этот вот пистолет. Как я уже говорил. Все равно у тебя ничего нового. Come back anytime. Ладно, все-таки пусть даже эта серия будет коротковатая, но все-таки я потом посмотрю, какая у меня она получилась. Надеюсь, что она получилась хорошей. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, ведь у меня теперь наушники с микрофоном новые. Ладно, пока.